Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть Judgment. Так, наши тут вон активненько начали добывать, строить, производить и все такое. Ну, еда за 2600 перевалила, кстати. Все, в принципе, прекрасно. Все, в принципе, прекрасно идет. И давайте пока полазим на карте. Все равно нам надо кучу очков исследований, чтобы допрокачиваться, поэтому можно сильно не спешить. Лаборатория физики. Я вот думаю, сходить ли нам. Да, думаю, сходим сейчас в лабораторию. Хотя не хочу я сейчас туда идти. Я же знаю, там сейчас веселье будет, а я могу слиться. Мне надо хотя бы 4300 очков, тогда уже можно туда идти. Так, в основе у нас что осталось? В основе у нас осталось только фосфор. Тоже надо 3000 очков. 4000 очков. Ой, набрать. Минус 540. На гребаный дурной сглаз. Так, а в производстве осталось... А в производстве ничего не осталось. А, кристальный страж. Прикольная броня, не спорю. Но она мне не нужна. Тем более без редкой святой брони, без навыка, без этого мы все равно не сможем ее нацепить на всех. На одного или на двоих там у нас получится, на остальных, к сожалению, нет. Поэтому зачем мне это делать? И вот сюда, вот в этот ритуал выйти, тоже еще 4300 надо набрать. Ну, наверное, сначала с брони начнем. Хотя ни рубинов, ни кремов у нас нету. Да и морозных кристаллов тоже нету. А нам надо... Ну, сколько нам надо? Давайте 10. Для этого нужно 50... 280, 50. Что там происходит? А, торгаш приехал. О, еще один этот датчик. Покупаем. Так, морозные кристаллы. Тоже покупаем на все бабки. Кроме морозных кристаллов. Стоп, что-то я купил, походу, не то. А, я автоматную эту хрень купил. Я же говорю, что-то не то. О, уже в минус пошли. Так, ну есть два молотка, 4 брони, в принципе, 2 снайперки. Так, немного вот этой хрени, 2 костюма снайпера. Так, 2 пушки, хотя, да мы не будем больше никого спасать, нам не надо, в принципе, больше этой хрени. Так, как-то вот так вот. Думаю, как-то вот так вот пойдет. Так. Карта. Сейчас просто мы нападать пойдем. И мне бы надо знать, у кого что. О, нет, стоп, подожди. Ты даешь точность и уклонение. Ну вот, держи. Тебе тем более бронька неплохая и вообще все остальное шикарное. Так, стоять. На, держи. Так, а ты еще холодильники забери. Так, вот они. Другое дело. Ну что, отряд Дельта? Погнали. Механики. Так, а мне надо применить. Ну... Другое дело, хотел бы я сказать, но это не так. Так, пока мы будем там, значит, мне нужно тогда пока что сон включить и воду. И, может быть, исследование улучшить. Как вариант. Сейчас посмотрим, кто там на базе тусуется. Не радует меня это вообще, если честно. Потому что это все стрёмно. Так, стоять. О, смотрите. Так, ваншотни его. А ты ваншотни его. Так. Мы убили только троих. Всего лишь... О, ёб твою за ногу. Так, стоп. Снайпер. В огнем... Не, в огнеметчика.
тоже в огнеметчика. Ты шмальни вот в этого. Так, наша девочка... А, ну она все правильно делает. Так, огнеметчик остался. Как же ее коцают люто. Стоять, отбегай. Нет, загружаемся. Блин, сраный огнеметчик. Он сжег ее к чертям. Не так все просто будет. Так. Давайте по другой стратегии пойдем. Стратегия называется «Хрен пойми куда». Так, кого-то вижу. Ага, так. А, значит, ты вот сюда вот идешь. Да ты, ё-моё. Так, чё снайперы сидят? Валите. Я для чего вам выделяю их? Всем тут стоять. Нет. Отойди назад. Угу. Так, стоять. У нас там у кого-то мега хил есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ёшки. Так, стоп. У нас же есть у кого-то ваншоты еще. Вот огнеметчика надо вынести срочно. Так, отходи нафиг. Отбегай, солнце мое. Да как ты ее достал-то, блин? Ты чё за херня-то? Как он ее достает-то постоянно? Она убегает хрен знает куда, он ее достает. Как он меня достал, кто бы знал. Так, давай ваншотни этого ушлепка. Так. Во. Нет, стоп. Ты и ты, ваншотни его, пожалуйста. Ну, наконец-то. Так, вот поэтому все стреляем. А теперь по вот этому, и ты по вот этому. Так, а кто у нас лекарь-то нормальный? Ага, во. Как-то так. Вот уроды, а? Да, тяжело с ними. А еще где-то ведь бегают. Как минимум. Пара человечков-то. Опа. Так, ты. Вот сюда. Ты вот сюда. Стоять, ты вот сюда. Все. Фух, вынесли научный центр. Слава богу. Так, на базу. Че нам, кстати, дали? Ух, ни хрена себе. Неплохо, еще и ресурсиков подкинули. Так, ну, сторговать мы уже вряд ли чем-то сможем. Да? Да. Ну и фиг с ним. Крема потом придется покупать в огромном количестве. Сейчас вот в лабораторию физики. Сейчас наши вернутся. И мы как раз-таки с лабораторией физики разберемся. Да, эксперимент призыва. После по... Что? После просушивания глаза дьявола на солнце оккультская команда готова к проведению следующего эксперимента – вызов малого демона. Поскольку этот маленький демон погоды не представляет никакой реальной опасности, группа
получила разрешение на проведение процедуры прямо внутри поселения. Призови демона погоды на оккультной площадке. Так. А вот здесь, что ли? Демон погоды, да. Слушай, ты нихера так стоишь, да? 50 кислоты, блин, Карл. Так, стоп. А, уже торгаш ушел только что. Ронни, малыш Ронни. В приоритетах у тебя ведь оккульт? Да, вот иди как раз. Проведи нам ритуальчик. Жопа. Так, по поводу, кстати, базы. Буду все перестраивать. Прямо все, но только надо сделать... Надо убрать вот эту шахту, чтобы все перестроить. То есть, Адам, у тебя прям первоначальная задача всю шахту вынести как только можно. Потому что я хочу, ну, вот тут вот убрать все к чертям. Тут совсем не так все будет. Так. Совсем все будет не так. И чтобы это все было не так, мне как раз таки нужно кое-что переделать. Чтобы, короче, сделать хочу так, чтобы они гуляли тут по получасу во всей вот этой хрени, а только потом пошли на меня в атаку. Так, где там эти цветульки? Ну, будут они заходить, то есть, вот здесь... А, вот тут будут выворачивать и идти. Ага, ясно. И идти вот сюда. Да ё-моё, блин. А, shift забыл нажать. Так, ну как-то вот так вот. Ну тут можно не строить, потому что карьер еще один влепим. Кстати, можем его влепить-то? Карьер? Нет? Это вот этот. Нет? Почему? А, знаю почему. Вот, и то есть они пройдут вот здесь, потом пойдут вот сюда, потом пройдут вот сюда, и потом пойдут дальше. То есть это мне все тоже не нужно. Как и вот этот кусок. Хотя наши тут за ними прячутся. В принципе-то. Так. О, нет. Деревья, кстати, тоже посадим, но попозже. Так. Пока все равно делать нечего, пока оккультную они эту фигню не произведут, я дальше рыпаться не хочу. Я давно, кстати, вот об этой штуке задумался, потому что она идеально, мне кажется, будет тут стоять. Так, ну, предположим, здесь они будут проходить. Потом вот сюда, то есть здесь можно перекрывать. Потом вот сюда. Ага. Да, потом вот сюда, потом вот сюда. Пока что тогда вот так как-нибудь закроем. А тут один проход мы оставили. Так, ну это все мы убираем. Благо, можно на интер спокойно все это раскидывать. Так, и встроим. Ну да, досок у нас еще 5 сотен, так что... Так, значит... О, так, замечательно. Антиматерия. Каждый в поселении ответственен за множество разнообразных направлений. Чувство напряженного ожидания охватило всех, когда была закончена работа по подготовке чистки урожая. Ученые приступили к созданию небольшого количества антиматерии для уничтожения адских врат. Вы чувствуете опасность, разлитую в воздухе. Нужно убедиться, что лагерь хорошо укреплен. Изготовьте контейнер с антиматерией. Ясно.
торгаш пришел стоять. Так, здесь. Все равно, вот без этой шахты все бы получилось. Я бы тут перекрыл к чертям, и все, и тогда бы все получилось. Но я не хочу шахту удалять. Для того ее создал, чтобы ее удалять. Так, давайте подумаем. Ну, предположим. Ну ладно, там в любом случае все равно вот это дерево. А, ну, можем зачем? Можем же вот это вот удалить. Так, и достроить вот так. А здесь полностью вот эту хрень закрыть, кроме вот этого момента, чтобы они вот эту хрень всю добыть могли быстро. Так, и строим, значит, так, потом они идут вот здесь. Это что такое? Откуда нахрен тут деревья растут? Странно, я их вроде тут не сажал. Может, я накосячил? Это что? Растения. Да вроде нет. Так, еще одни очки пришли. Фосфора немного. Ну, очки мы заберем, конечно же. На тебе три адские дубинки. Так. И... Одиннадцать тысяч? Ты что-то плюнул высоко. А, 12 косарей они стоят. Запись призыва. Ну да, к сожалению, пока не купим. На 11 косарей у меня ресов точно нет. Так, давайте антиматерию забацаем. О, антиматерия. Произведи мне одну штуку. Один штука. Так. Апка, выйдем вот сюда, посмотрим на наш отряд Дельта. Может ему скорость атаки убрать? А, я ж не купил. Точно. Хочу ему там скорость атаки убрать. В общем, вот такая вот хренька у меня получится в итоге. А, то есть они будут заходить, получается, вот сверху. Проходить до сюда. Оу. Это называется... Оу-оу. Они будут проходить до сюда. Потом они пойдут вот сюда. А, да, вот это вот тоже убрать. Так, потом они пойдут вот сюда, дойдут вот до сюда, сделают заворотец вот здесь, пойдут дальше. Потом, так. Я что-то как-то не рассчитал совсем. Так, значит, они идут до сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, и... Тут вот им выход сделаем потом. Ладно, хрен с ним. Не, я хотел просто еще вот этот кусок как-то задействовать. Но может быть сделаем проход вот сюда. Именно выход будет просто тупо здесь. И дальше они будут по базе разбредаться. То есть здесь я вот просто вот так вот цветами все закрою. И все. Ну посмотрим, посмотрим. Этого, я думаю, достаточно будет. Они вот здесь вот наши пулеметчицы. И пару вот этих еще засунем в башню. Они вот все, кто сюда подойдут, они их разложат спокойно. Ну пока что так. Кстати, вот здесь застроить нельзя будет. Давайте пока вот это откроем. Потому что если мы здесь застроим дырку, то... А, смотрите, если мы вот эту дырку застроим, вообще идеально будет. Реально идеально будет. Смотрите. Так. Если мы застраиваем вот эту дырку, эти ушлепаны пойдут вот так. Вот эту дырку. Не, мы сейчас сделаем немного по-другому. Значит, вот эту дырку мы наоборот оставим, а вот эту вот, вот тут вот, мы застроим. Вот тут. О, все, и теперь даже если они вот через эту хрень пойдут, вот так, вот так, вот так, потом вот сюда, вот сюда, вот сюда, и потом уже на базу. То есть положить мы их успеем спокойно. Супер. Так, как там с антиматерией дела идут? Производится она хоть где-то? А нам производить-то больше и нечего, если так подумать. Ну, давай 61 вот эту штуку, вот эту.
Титана осталось чуть-чуть произвести. Стекло, в принципе, есть, не нужно. Кабеля можно произвести. Да, тоже не надо. Крема. О, крема, кстати. Давай 20 крем сделай мне. Кварц. Найдем где-нибудь. Кварц вообще не проблема вроде. Кварц вроде не проблема. Так, кварц. Ну, тут его много, очень много. Тут его нету, тут тоже нету. Тут, как ни странно, тоже нету. Значит, он тупо либо здесь. Ага, либо там. Ну, давайте вот тут посмотрим, кто его охраняет. А, 7 мороксов. Это, конечно, не круто. Это, конечно, не круто. Зачисти вот эту локацию пока что. Ага. Ага. Да до хрена их что-то. Вот тут вот нет никого. Все, ну, личи и Карнатаха мы вынесем, Картанаха. А Легион вообще и Церберы не такая сильная проблема, как кажется на первый взгляд. Поэтому их мы снести спокойно сможем. Кстати, уже за 4 косаря перевалил оккульт исследований. Ты что там? Еле-еле так. Так, это мы какое место рождения-то смотрели? А, вот это. Давай сразу сюда. Можно, конечно, по шахтам пробежаться, по вот этим, с медью, железом, порохом. И вообще потом тогда не париться по поводу железа, меди и пороха. Так, стычка. Воу-воу-воу, полегче. Чего это вас так много? Вот здесь бы вот чувак с гранатой прям зарешал бы, я вам отвечаю. Он прям бы зарешал. О, какая сплоченная команда. Сразу положили его. Так, о, вот ты следующий. Вверх следующий будет, по-любому. Там имба просто. Вот да, если вот граната была бы реально, один выстрел гранаты, и вообще просто половину положили бы. Скорее всего, возьмем себе, наверное, автоматчика, ну, вместо этой хрени вот. Но там для автомата докачаться до нормального надо. Так, вот здесь вот тоже хорошо. По ресам. Так, а тут что у нас? Ну да, тут я не надеюсь даже. Тут потому что надеяться смысла нету. Там лютые будут замесы, и мы вряд ли в них сможем спокойно выиграть. Так. Угу. А, ну можно вот сюда еще пойти. Так, здесь уже нет. Да и здесь тоже. 7 их, блин, мороксов. Не. С 7 мороксами мы трудно будет справляться. Возможно, даже неосуществимо. Так, ну что ж, я набрал всего, чего хотел. Давай вот эти вот пару мест зачистим и отправимся на базу. Тут уже ловить, в принципе, нечего. Так, чисто опыт. Эктоплазма. Что там еще? Ну, всякие там мелкие ресурсики, которые мы можем. Шкуры там. И сера, и все, что мы сможем себе взять и переработать заодно. Так, тут уже сейчас будут более крутые, потому что мы зашли на территорию, скажем так, более зеленого леса, чаще. Назовем ее чаще. Тут у нас же легионы, картанахи. Всей гурьбой меня встречают. Правда, это им не помогает, но они как бы встречают. Чем еще остается? Вот эти еще 2, наверное, поселения зачистим. Да, зачистим. Дерево там, сера. Ой, этот. Лом. Наши бабехи достается. Но это пока что. 4400 наберем. И потихонечку будем выруливать всю эту ситуебину с ресами. Ой-ой-ой, я, кажется, косичнул. Есть у меня такой моментик один. Мне кажется, я реально накосячил. И косяк надо исправлять срочно. Я заказал 10 брони. Но вопрос, как я мог ее заказать, если у меня ее нету. Так, у меня один молот, титана немного, 25 кварца, ну, сойдет. Я, блин, заказал броню, которой нет. Смотрим. Нет, тут я не накосячил. Значит, это все же в производстве, в оккультном. Да, я же заказал доспехи, да. Ну ладно. Кто-нибудь да добудет. А, Ронни, а ты что делаешь вообще? Объясни мне.
Требуется помощь. Прикольно. Прикольно, что требуется. Давай в шахтеры ты пойдешь. Я смотрю, тебе это вообще получится идеально. Иди добывай кровавые алмазы. Не парься, просто добывай кровавые алмазы. Призвать нам ничего не надо. У нас и камня много, нормальные глины, нормальные. Дерево, правда, заканчивается, но это не проблема. Камень, дерево, что там еще? Ой, камень, дерево, глина и алюминий. Алюминия 700, нормально. Так, а, и по поводу строительства, конечно же. Как-то так. Потом кому надо, тут займется. Не, ну идеально, идеально все расположено, я считаю. Но сюда они не пойдут, потому что, ну... А вот здесь они вот сразу вниз попрутся. Может даже вот здесь перекрыть, а вот здесь открыть. И все. Я даже вот эти сейчас удалять буду. Потому что они тоже будут мне мешаться. И построю... Так, Сиф, наверное, уже... О, Сиф уже начал он вовсю фигарить нам строить. Так, а мне кажется, исследование готово. Ну что ж, а вот и моя топовая броня. Производство... А, кровавые рубины пошли. Так, Адамчик получил левел. Скорость строительства? Нахрена мы тебе скорость... А, значит, постройки, точно. Так, ну раз Адам... Со скоростью строительства, правильно. Ну раз у тебя скорость строительства, что у тебя в приоритетах? Ты шахтер. Ладно, пусть шахтер будет, нам нужны кровавые рубины. Иди сюда лучше. А Рональд? А Рональд, да. Нет, Рональд, иди вот сюда. Мне нужно конкретно так вот шахтеров раскидать. У нас кто-то еще ведь шахтер. Ян, давай я... А, ну ты бегаешь, этот... Че это такое? Атака неминуема. Мать. Вот это я зафейлил. Я реально не заметил атаки. Ой, сейчас будет плохо. Кому-то сейчас будет очень плохо. И это буду не я. Так. 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 Проверяем теперь. Не, я зафейлил реально атаку. Хотя, не, все нормально. Относительно. Да, нападают, да, знаю. Так, ну тут химнаборы, тут ничего. И тут молоток можно. Аш! Жеванный тортик. Мы не сделали этот... Так, хрень. Чё, серьезно? Легион? А мы же не активировали эту фигню с защитой базы. И у нас такие слабые придурки идут? Ну ладно, окей. Так, миниганщица, давай сюда. Так, снайперов сразу же. Всех. Вот сюда. В башню. Я сказал, миниганщица туда идет. Что за непонятки? Давайте вы будете атаковать по вот этому именно. Все, они идут. Готовьтесь. Братва, значит так, команда... Так, снайперы, валите отсюда. Я передумал. Увеличим вам дальность. Это единственное, кому дальность реально нужна. Так, вы пока отходите вот сюда. Держать вот здесь оборону. А вы вот сюда идете. А ты что там сел?
Так, нет, их надо расставить именно. Ну вот, видите, по-другому все дела идут. Все. У Лича он не достанет. У этого тоже не достанет. Ускоряемся, в общем. Они сразу нас не достанут. Осталось 3 легиона и все. Как бы, я даже вот так вот. Не, снайперов я... А, легионы нас тоже все равно не достанут. Ну и все. Слушайте, почему-то в этот раз пришли вообще люто... А, это же было специальное нападение. Черт, это же было специальное нападение. Плохие новости. Ну, конечно, куда же без этого. После того, как вам удалось отбить яростную атаку и восстановить лагерь, группа раненых рабочих прибыла из замка с сообщением от мастера эфира. Они сказали, что ваши эксперименты привели к возобновлению адских врат. К возбуждению адских врат. И скоро они начнут увеличиваться в размерах и количестве, если немедленно не прекратите всю оккультную деятельность. Поначалу вы заподозрили еще один обман, но вскоре ваше беспокойство сменилось ужасом, когда вы выслушали доклад разведчиков о состоянии адских врат. Дело в том, что портал поменял цвет, тускло-мерцающий серый превратился в пульсирующий алый. Если пугающее сообщение от мастера эфира окажется правдой, ваши планы уже слегка запоздали, да и масштаб не тот. Так, подготовка. Заберите боеприпасы со склада. Я даже боюсь представить, что там будет на складе. Так, полностью осознавание факт того, что в любую минуту адские врата превратятся во множество новых порталов, ваша группа в отчаянии подготавливает атаку на замок мастера эфира. Ученые заняты подготовкой процедуры с антиматерией. Оккультная команда ожидает начала сбора необходимых материалов из оккультного генератора. Последняя задача перед боем – поиск достаточного количества боеприпасов. И ваши разведчики нашли неподалеку от секретной базы нетронутый военный склад. Ясно. Ну что ж, ребятки, расходимся. Че вы только трое стоите? Илюшенька, а ты че стоишь? Тебе заняться нечем? Может, ему реально заняться нечем? Не, Илюшеньке есть чем заняться. Че вы там встали-то? Работаем. Требуется помощь. Прекрасно. Посмотрим, кому там требуется помощь. И не пойдем помогать. Так. Я так понимаю, вот это нетронутый склад. Охереть. Архидемон. 2 Белиала. Разберемся. Шидима 3. Будет проблемно. 3 этих и Морокса. Демогоргона. Вот Архидемон опять этот вонючий. Опять этот вонючий архидемон. Ну ладно, мы хотя бы сейчас в броню вышли. Хотя бы вышли в броню. Так. И мы вышли в фосфор. Просто нагнули всех и вышли в фосфор. Так, где там наш Эдуардо? Эдик, иди давай, я в тебя верю. Ты там у нас мастер своего дела. Так, ну тут они все заканчивают потихоньку. Добыча у них идет потихоньку. Это можно открыть. Это можно открыть. И это можно открыть. Не так много досок, поэтому почему бы не открыть. Так, ну 10 рубинов. Кто-нибудь первую броню когда-нибудь сделает? Ключевое слово кто-нибудь и когда-нибудь. Так, 123. Давай 20-ку.
пойдет. Если еще шкур мы налупим спокойно с демонов. 11.5 и левел ап. Эрик, наш бесполезный в данный момент танк. Все типы брони тебе можно выдать. Уклонение защиты на союзников, дальность 5 метров. Так, редкое темное, пробивание брони. Да он нам не нужен, как бы танк-то, если подумать, реально. Если бы сейчас была книжка, я бы тебя скинул ее. Потому что она, нам он не нужен, в принципе, танк. Я не знаю, я бы выдал ему какую-нибудь пушку, автомат, снайперку, что угодно. И пустил бы его в бой. Ну вот что тебе прокачать? Я даже не знаю. Вообще, что ты у нас в приоритете? Ну он с нами уже никуда не ходит. Что у него в приоритете? Ты у нас оккультными исследованиями занимаешься, да? Ну тогда давай посмотрим... Здоровье, уклонение, защита, ближний бой. Ты у нас вообще защитник. Хрена ли у тебя оккульт доступен? Редкая оккультная, способность защиты. Ну, длительность 30 секунд, уклонение, защита по плюс 25. Неплохо. Процентов причем. А давайте механическое оружие вкачаем. И потом добьем его в механика. Да, нам танка... Да это нам не нужны танки, ближники. Потому что, ну зачем? Они все равно не прорвутся. У нас на ближнике есть мадам. Мадам Хизер с шестистволкой. Вот, поэтому с миниганчиком. Нахрена нам кто-то еще, правильно? Правильно. Так, сейчас Эдуардо сделает свое дело, и у нас пойдет фосфор. Не знаю... Ой, не фосфор, а что он там у нас пойдет-то, блин? Что мы изучили-то? Да, фосфор, все правильно. Вот, и мы посмотрим, насколько это будет топово. Блин, смотрите, 2600, что пошло не так? Блин, быстрее бы уже исследование завершить. Слушайте, а зачем мы очки набираем вообще сейчас? Стоп, реально, зачем? Зачем мы сейчас очки себе набираем? Это мне не надо. Ну хотя ладно, целлюлоза там была на что-то нужна. Это я качаться не буду. А в оружии мы докачались до максимума. Лучи, луки, гранаты нахрен мне тоже не нужны. То есть все, можно распускать. Можно распускать, народ. Сейчас посмотрим в приоритетах, кто у нас там лучший фермер. Из исследователей. Вот ты исследователь, ты хороший шахтер. Илюха, иди шахтер. Вот так вот. Так, один шахтер. Все правильно. Так, кто у нас еще исследователь? Вот еще исследователь. Иди фермером. Нет, ты давай в производителя, а тебя фермеры. Блин, тебя фермера я не хочу пускать. Я лучше тебя пущу фермера и тебя фермера. Вот так вот. Так. Сив. Оу. Ну да, у него же после строительства производства стоит у Сифа. Я правильно понимаю? Да. Нет, ни хрена подобного. У него строительство и шахтерство стоит. Тогда вот так. Так, надо все же одного этого оставить-то, блин. Вот тебя оставим, Хизер. Пусть она нам очки чисто добывает и все. Остальные фермерами пойдут. А только... Стоп. Стоп, опять я косячу. Маленький косяк все равно есть. Так, смотрим, кого мы сделали фермерами. Так, фермер... Вот, фермер-шахтер. Исследователь-фермер. А фермер... Производитель, исследователь, фермер, фермер, фермер. Ага, все. Вроде нормально. Угу. Другое дело. Ну, торгаш пришел. Давай, книжка есть у тебя? У тебя есть еще один миниган, кстати говоря. У него есть еще один миниган. Я на паузе. Давай в навыках посмотрим у тебя, Эрик. А, какой навык у минигана? Редкий огнестрел. Есть у тебя редкий огнестрел где-нибудь? Все типы брони. Во, редкое огнестрельное оружие у него есть. А это Хизер, черт. Я Хизер смотрю.
Короче, редкая огнестрельная. А, ну да, есть автоматика. Вон, все есть. Книжку только по сбросу. Ну тогда вот эту ячеечку купим специально. Потому что сейчас кое-что лютое будем творить. Так, молоток держи. 5 штанов держи. Блин, слушай, мы всякий хлам вот этот набираем. Как-то продать можем, он нам все равно нахрен не нужен. Вот, ну мы им не пользуемся. Так, давайте немного деньжат поднаберем. На чем-нибудь... Так, ну алюминий еще много, давайте 600 оставим. Вот. Этого можно тоже до 400 скинуть. До 400. Так, это мы не скидываем, из этого мы это тратим. Делаем всякое. Все, торг, пошел вон отсюда. Да, сделаем из нашего танка еще одного шестиствольщика и засунем его вот в эту хрень. И пусть себе поживает, только ему навыки надо сбросить. Да, как-то так. А, блин, что хочу построить, это еще одну оккультную мастерскую и засуну туда еще одного оккультиста. Сив, где ты? Смотрите, уже весь лес посадили, скоро собирать уже начнем. Активно. Так, вот Адам. Если хочешь заняться, займись вот этой шахтой. 705 тут. Так. Вот. Нам нужно вынести вот эту шахту и хотя бы вот эту. Кто это? Это Рональд. Рональд, вот этой шахтой займись. 209? 180? Ну вот, да. Нам нужно вот эти две снести. Хотя бы вот эту. Ну, у нее меньше просто. Вот. Если он ее снесет, то они хотя бы вот тут вот смогут вот так вот пойти. Я вот тут закрою им. Они будут вот так идти и вот так. Хотя бы. Ну, вот тут откроем, конечно, вот так и вот так пойдут. Хотя бы. Хотя бы так. Ой, Илюшенька. Давай ты вот с этим займешься. Я понимаю, там... О, разведка идет. Сейчас еще один замес будет. Я все понимаю, вы там шахтеры вообще молодцы. Сив построил. Так, смотрим. Надо еще одного оккультистика, чтобы он нам доделал. Хотя, что... А, нам ритуал-то один нужен, и все, в принципе. Так. Иди. В оккультиста. Да, по факту нам тупо нужен. Остается вот. Но это нам уже не надо. Все. Я оставлю одного оккультиста, естественно. Нам надо вот эти руны две проверить, просто как они пойдут. Вот благословение темных и светлых душ, в принципе. Святое оружие плюс 12, темное оружие минус. А здесь. Да ёб твою за ноги. А здесь, короче, наоборот. А здесь святое оружие минус 12, темное оружие плюс. Как-то так. У нас 1000 секунд. Давайте застроим, конечно же. Ненужные отверстия сразу. Ну, будет 200, я этим отменю все, и они на базу побегут. Так. Угу. Кстати, а как там с фосфором? А, еще не скоро. Так, ну тут вроде все. 200, я не знаю, хватит им. Давайте лучше на 300 оставим. Хотя, давайте даже сейчас сделаем это. Все. Просто, если хотите что-то добывать, вот вам добыча. Вперед. Главное, на улицу не выходите, и хрен бы с ним. Так. Ага, ага, ага. Все, закрыли. Эй, стопы, пешеходики. А, мы здесь дырку оставили почему-то. Почему мы здесь дырку оставили? Стоп, нет, подождите, как-то у нас неправильно, мне кажется. А, заходит здесь, раз, два, да, все правильно, три, четыре, пять, да. На центр, ребятки, на центр.
Нет? Ну, я оборону не выставляю. Зачем? У нас и так все хорошо. Так. Угу. Хочу посмотреть, какая, насколько сейчас будут ребята топовые идти на меня с... О! На-най-най. О! На-най-най-най-най. Так. Держи. Заслужил. О! Два Моракса. Три Моракса. Вот эта армия. 4, 5, 6, 7. 8. 9 Мораксов. Ах. Ай-яй-яй-яй-яй. 9 штучек. Так, девочка наша, где там? А, это снайпер? Ну иди отсюда. А ты что тут забыла? Шла вон давай. Так, стоп, где все снайпера? Кто еще не выбран? Воу-воу-воу-воу. Ага. Так, стоп. Я все понимаю, но... Вот в этого шмальни. Так, а ты... Ты, во-первых, выйди вот сюда. И шмальни тоже в этого. Вот, сейчас как раз. Не знаю, успеет они дойти. Так, эти уж липаны прутся. Раз. Там кому-то даже аж подбежать приходится. Два. Отойди. Кому теперь огонь ведется? Отойди. Все. Так, еще ведь Мораксы должны идти. А, нету, все что ли? Тогда ладно. Так, сюда. Давай, шмальни в этого, в обезьянку. Все. Так, сейчас проверим, еще никто не сдох. Нет, все живы, здоровы, всех дел выше крыши. Так, где там наши шахты? Ну вот, видите, как легко все прошло. Я уж и не надеялся. Да, я забыл, что эту вот хрень, кстати, можно перенести. Зачем ее разбирать, если ее можно просто перенести? Это вообще имба. Ну, то есть ты ее перенес, как бы, и все. И тебе не надо ее потом заново строить. Вот в чем прикол с этим горшком, блин, вонючим.
что тебе ее не надо заново строить. Так, Эдуардо, иди, там твоя работа тебя ждет. Вперед. Так, ну все, шахты запустились. Сейчас мы отменим. Как раз таки. Ну вот эту можно врубить. И эту оставим. Адамчик, иди вот эту вот добывай. Тут они построят, хрен с ним. Тут уже нам все, в принципе, есть. На архидемона мы потом уже пойдем. Именно прям потом, не сейчас. Стоп. Стоп. Так. Черт. Не хватает шкурок теперь. Ладно, давайте тогда голод и дождь. Активируем и посмотрим, как пойдет. Ну, в принципе, оборона неплохая. Я бы так сказал, даже. Вот, неплохая оборонка идет. Еще бы замечательнее было, вот, если уж кто-нибудь, прям, не знаю, там, армия, будь демонов, там, 1700, да, и они пройдут вот тут, вот сюда, то надо, чтобы выход вот туда, куда-то вверх был. Так, и у нас еще один миниган. 4, держите. Броньку держите, нам она уже не пригодится. 1000 опыта взять. Хорошая идея, конечно, но нет. Так, а где эти куртенки вонючие? Во. Так, а нам из этого... Ну, вот это возьмем. Очки... А хотя зачем нам очки исследования, правильно? Нафиг не нужны. У нас хватает. Крем. Крема вроде тоже хватает. Его там наделают сейчас. Че, взять миниган еще один? Ну, давайте возьмем. Не знаю, нам хватит бабок откупиться-то от этого гада. Сейчас посмотрим, чем можно откупиться. О! Я даже, считай, в плюс выйду. Торгуем, все. Так, требуется помощь. Ага. А у тебя нет книжки, да? Ну давай-то еще опыта возьмем тебя. Так, кому бы дать книженцу? Сколько у тебя опыта? Тебе все равно еще не хватает. Катюшенька, душенька. Что у тебя вообще по навыкам? Куда мы тебя качаем? Мы тебя... А, мы ж тебе, из тебя, Катюшенька, снайпера делаем. Мы из Катеньки делаем снайпера. А вот и Катенька со снайперской винтовкой. Поздравляю, ты новый снайпер. Так, 50-ку БМГ. Черт, обсидиан кончился. Ну ладно, сейчас 50-ку сделают мне. А, надо сейчас что-то такое поделать. Ну, из оружия, может быть. Чтобы можно было сбагрить ресы кое-какие, но не все. Вот, кстати, минералов и металла у нас много. Давайте катан сделаем штучек 20. О. И потом их продадим. Они там по сколько? По 160 вроде идут, да? За штуку. Да, это считайте, сколько? 1600... 3200 будет чистыми. Неплохо. Луков тоже можно, кстати, сделать. Ну, они 24 стоят, это капля в море, как говорится. Гауссы. Не, металл нужен. О, а здесь металл не нужен. И по 120. Ну, вот будет на что потратиться хотя бы. По ресам. Хоть куда-то ресы уйдут. Так. Не знаю, кто там чем занят, но занимайтесь вот этим делом. А, я забыл. Дырку оставить им, чтобы им бегалось легче. Все, молодцы, гоняйте. Гоняйте, ребятки. 11.5. О, у нас тут деревья уже готовы к сбору. Так. Стоп, подождите, а фосфор появился. О, вот он, фосфор. По 60, слушайте, так 60 это неплохо. 60 это даже очень неплохо. А сколько, много фосфора-то появилось? Так, здесь нету. Здесь чисто, здесь... А, вот он еще, ё-моёшеньки. 98 жилы. Неплохо. Так, слушай, давай-ка ты пойдешь вот этот добывать, а ты пойдешь вот это добывать. А ты, чтобы мне глаза не мозолить, пойдешь вот это добывать. Сейчас фосфор пойдет. Ну, смотрите, медленно очень идет.
Но идет. Бакет, сколько у тебя вообще по шахтерству? Снайпер ты наш. Да ни хрена у нее нету по шахтерству. Хреновый из тебя шахтер, Бакет. Блин, а кто у меня пятый левел? Катенька пятый левел апнула, да? Левел ап. Миниган еще лежит, тебя ждет. Катеньке снайперку кто-нибудь сделает, блин, или как? Я для чего ее заказывал? Чтобы Катеньке сделали снайперку, чтобы мне не забыть. Я ведь реально забуду потом. Кто у нас в оружейке батрачит? А, Мишон. Вы что хотите сказать, что вы сделали все, что я заказывал? Стоп, Мишон. Снайперка. Не, реально что ли сделали все, что я заказывал? То есть тут остался тупо салат. Охренеть, они, конечно, молодцы. Нереально молодцы. А, Мишон, походу, сейчас снайперку сделает. Сейчас я ей снайперку выдам. Уж я про нее забуду по-любому. Это что означает? А, это назначены вручную. Я думаю, без дела стоят. Мишончик, давай, я в тебя верю, дружище. Ты сможешь. А, не, не сможет, спать пойдет. 2600, кстати, переваливаем потихоньку. Давайте дальность разведки, что ли, активируем разок. Чисто так, по приколу. Так. Что у меня самолеты над ухом разлетались. Ну, из плюсов фосфор идет неплохо. Ну, то есть, добыча идет, все замечательно. Так. Неплохо, неплохо. Очень даже все неплохо идет. Так, здесь как дела идут? 198, 600, 170 и 304. Да, еще вот одна. Да ё-моё, кому там помощь требуется? Вы чё так, блин? Еще 300. Ну, короче, когда вот эта шахта выработается, мы просто новую вот здесь поставим. Вот этот вот горшок удалим и новый поставим. Чтобы эти твари проходить могли. И больше. Тем более нам... А, ну если мы ее закроем, то эти только с этой стороны смогут к ней подходить. Это совсем некомфортно, я считаю. Но цветы реально лютая штука, потому что, ну, вообще не надо ничего делать. Ну, то есть, они просто сами... их можно переставлять. То есть, вообще ресурсы не тратятся. Ты построил, если там надо какой-нибудь вход открыть, чтобы они за карту вышли, ресы пособирали. Они их сходят и пособирают. Тебе вообще делать ничего не надо. Это настолько приятно и прикольно, что 10 из 10 просто. Супер. Так, ну что там, смешон. С Катенькой, точнее. Держи, моя умница. Вот тебе снайперка. Замечательно. Конечно, побольше вот таких. Ну, мы можем. Можем изучить. Это что такое? Скорость работы плюс сотка. А работа именно строительство или работы в целом? Торгаш пришел. О, сейчас бабки отбивать будем. Так, у него есть РПГ. Да, будем покупать. Хотя, нахрена покупаем. Ну ладно, купим. Есть у него базука. Базука. Она нам не нужна, она в принципе. А, так, 13 вот этих продаем. А, О, еще одна броня взялась. Продаем вот это. Продаем 5 катан. Кстати, у тебя книжки на сброс... А, книжки на сброс у него нету. Продаем вот этих до 1000 снова. О, бомжара. Уже нету, блин, ни черта. Так. В нули его опустошим. Все, пошел вон отсюда. А вот, миниганчика, конечно же, из Эрика второго сделаем. Ну, правда, пока рано миниган ему давать. Поэтому Лизоньке пока что дадим вот это. И вот сюда ее переместим. Ну, еще один, выстрел дополнительно нам не помешает. Хотя снайперы сейчас зарешали, конечно, очень сильно. Тем более в таком количестве, который сейчас у нас, снайперы зарешают спокойно. А, наверное, купим обсидиана немного. Буквально весь. Да, буквально весь. Так, и продадим еще вот так. Все.
Весь обсидиан, потому что нам нужны снайперки еще хотя бы. Хотя бы три. Ну, у нас на три хватает ровно. Так, броня. Бронечка моя. А, не хватает тупо этих кровавых рубинов. Иди на шахту кровавых рубинов, Рональд, раз ты такой добытчик. Ну что ж, снайперу мы дали снайперку. Все у нас замечательно. На этом мы, наверное, пока что будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.